Про телевидение вы когда упомянули, вспомнил как-то в телевизионном проекте вы прямо, ну, правильный глагол будет сказать, грузанули, просто вот грузанули товарища Хазанова. Потому что когда он что-то насчет глухаря сказал, вы ему сказали про кулинарную технику, что вот как бы... Вот так досаждает, что... Тождественно верен глухарю, это прям вот очень-очень... Нет, меня не досаждает, абсолютно. Вы понимаете, я ответил не из досаженности, а от того, что надо было такому большому артисту с хорошим чувством юмора, надо было в пику тоже хорошо, достойно ответить. Это было прямо вот. Зубодробительно. Да. Что такое похвала? Ну, похвалили и забыли. С похвалой невозможно долго находиться, она непродуктивна. Но и критика сейчас, понимаете, она как класс отсутствует. Это скорее выливание помоев. Но кинокритика, театральная критика, кинокритика, да, телевизионная. К сожалению, она отсутствует. Вот сейчас вышел, был ТЭФИ, да? Вы меня простите, но это безобразие. Это просто безобразие. Вы что делаете, ребят? Вы сами себя уже скоро будете похлопывать по поводу... Это я слышу от ТЭФИ-носца. Тогда, когда мне дали ТЭФИ... Как раз за... За глухаря. И это было, честно вам скажу, ну, так уже спустя годы, это справедливо было дано, потому что глухарь был телевизионным событием, и это был взрыв.